Welcome. Yes. Прежде всего, очень рад оказаться здесь, на этой сцене, на этом волшебном стуле. Вот. Добро пожаловать. First of all, I'm glad to happen to be here at this stage, on this chair, on this magic chair. Oh. Ну и, соответственно, очень рад вас видеть. And accordingly, of course, I'm very glad to see you. Хочу пожать вашу руку. And I want to shake your hands. Namaste, whatever that means. У меня вопрос про осознанность. My question is about awareness. Про практику осознанности. About practice of awareness. Okay. There is no such thing as practice of awareness. На самом деле такого не существует, практиковать осознанность. В повседневной жизни имеется в виду. I mean in a daily life. There is no such thing as practice of awareness in daily life. И такого тоже нет, практикование осознанности в повседневной жизни. Включение внимания в момент чего-то происходящего. Okay, switching on of attention into everything what is going on. There is always attention about what's going on. Внимание, на самом деле ты всегда внимаешь. Есть всегда внимание. Whether it's going on there. О том, что происходит. Or here. Независимо от того, это происходит вот там или здесь. Внимание это не есть осознанность. What about attention? Attention is it awareness or not? Yes. Да, это одно и то же. See, I am aware of that. Paying attention to that. I am aware of that. Paying attention to that. I am aware of here. Paying attention to what happens here. And I'm attention here. Paying attention. Aware of this. Aware of that. Etc. 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 Вот смотри, я осознаю вот то. То есть мое внимание там. Или я осознаю это. И внимание одновременно там. Я осознаю то, что здесь, и то есть и внимание здесь, и так далее. Awareness is effortless. И осознавание, оно происходит без чувства напряжения. Even if you say, oh, I am not aware, you are aware that you are not aware. Даже если ты скажешь, я не осознаю, на самом деле ты осознаешь, что ты не осознаешь. So awareness is there. То есть осознавание всегда есть. Просто бывает, бывают такие случаи, когда, допустим, эмоции, мысли захватывают. There's sometimes emotions or thoughts overwhelm you. No, they don't. Нет, на самом деле они так не делают. You just believe them. Просто ты в это веришь. You give them reality. See? И ты сам наделяешь их реальностью. Oh my God, it's so overwhelming. Ой, так захватили Нет. меня. Я говорю, стоп. No, да, да, стоп. Да. Так и есть. Yeah. We give reality to the mind. Это мы наделяем ум реальностью. And then the mind becomes a self. Oh, there you are. Тогда ум превращается в меня. See, becomes an entity. В какое-то существо. A separate imaginary self. В отдельного воображаемого меня. That apparently is under control of what is happening or not happening. И этот я, кажется, может контролировать и управлять тем, что происходит. Вот я и хотел спросить, я это или ум осознает? That's exactly what I wanted to ask. Is it me or is it mind who is aware? No, mind cannot be aware ever. Нет, ум никогда не может осознавать. See? You are aware of the mind, but mind cannot be aware. Actually, first there is awareness, and then mind comes, and then there is awareness of the mind. На самом деле, ты это ты осознаешь, и это ты же осознаешь, что есть ум, и происходит так: есть осознавание, потом появляется ум, и происходит осознавание, что есть ум. Because sometimes there are no thoughts. Потому что бывает, что мыслей нет. And you're aware there are no thoughts. So awareness is prior to thoughts. И ты осознаешь, ничего нет. То есть получается осознавание первично по отношению к мыслям. An existence is prior to awareness.
А существование, оно стоит еще до осознавания. Because sometimes you are not aware of anything. You are not even aware that you exist. Потому что иногда ты вообще ничего не осознаешь. Ты даже не осознаешь, что ты существуешь. Like in deep sleep. Точно так же, как в состоянии глубокого сна. Or when you faint. Или когда ты теряешь сознание. Puff. Раз и все. Everything disappears. Все исчезает. You're not aware of anything. Ты ничего не осознаешь. Not even aware that you are there, that you exist. Ты даже не осознаешь, что ты все равно есть, все равно существуешь. But you are there. Но ты есть. You exist. Ты существуешь. So the first thing that comes out of your own existence is awareness or consciousness. И то есть самое первое, что появляется из твоего существования, это и есть осознавание или сознание. The first thing that arises out of after awareness, well, I'm slowing down the process, but this doesn't happen in time. И сейчас я вот проговорю это, как бы приторможу процесс возникновения как бы во времени, но на самом деле на то, как это все появляется, не требует никакого времени, не занимает времени. See, these words are just for the sake of communication to see if there can be an understanding. То есть все эти слова сейчас говорятся ради общения, для того, чтобы могло произойти понимание. See, the first thing that arises is consciousness. Первое, что появляется, это сознание. And then you are conscious that you exist. Благодаря сознанию ты можешь осознавать, что ты есть. And when you are conscious that you exist, then there is the sense of being. И когда ты можешь осознавать, что ты есть, появляется ощущение пребывания. Sense of I am. Это вот ощущение я есть. Sense of self. Ощущение самого себя. And then when consciousness wakes up, и получается, когда пробуждается сознание, it brings with it entire manifestation. Вместе с ним появляется вся проявленность. And then you become conscious of the body. И вот только тогда ты начинаешь осознавать наличие тела. And automatically there is identity with the body, like this, boom. И автоматически самой собой происходит отождествление себя с телом. And then the I am the body idea, the I thought comes into existence, appears in existence. А затем в существовании появляется мысль «я есть», «я» — это тело. See? Yeah. Yeah. See? Then I, and then you, and he, and she, and it, and the rest, and the whole story comes. Появляется я, появляешься ты, он, она, и все продолжение истории. Тогда я немножко продолжу. Практика осознавания. Может быть, это уже не практика, как выяснилось. Практика осознавания. Включение внимания, короче говоря, в повседневную жизнь, оно приближает состояние просветления или нет? Okay, then I will continue about this practice of awareness, if it's even not there, but still to be totally switched on when your attention is fully on. Can it influence on happening of realization, of enlightenment? Oh, yes, of course. Да. It is what is what creates the realization of totality. Именно это и создает постижение тотальности. It's the result of awareness. То есть постижение тотальности происходит в результате осознавания. Of being aware, of being conscious. Когда ты осознаешь. See? But we are identified so deeply with the body and the mind. Но мы так глубоко отождествлены с умом и с телом, that there is an idea that the mind is practicing awareness. Что возникает идея, что это ум практикует осознанность. I practice awareness. Я практикую осознанность. Okay, now I am aware. Вот, хорошо, я осознаю. Ah, no, I am not aware now. Ой, а теперь не осознаю. Ну, примерно так, да. See? Exactly like that is happening. Exactly. So we are used to do things with the mind. То есть мы настолько привыкли все делать через ум. That apparently to be aware is also implies to do.
что нам кажется, что осознавать тоже подразумевает что-то сделать. Нет, как показатель осознанности, я считаю, присутствие тишины и покоя при этом. For me, as a factor of real awareness, it's a presence of silence and peace. Not really. Ну, не совсем. Because if the mind is not quiet, потому что если ум не молчит, there is awareness of the mind being active. Все равно есть осознавание, что ум работает. See, silence is not the absence of thoughts. Тишина на самом деле это не значит полное отсутствие мыслей. Silence is that which is conscious or aware of thoughts. Тишина это и есть то, что осознает наличие мыслей. That which is conscious now is silence. И то, что сейчас все осознает, это тишина. But there is an identity of silence with what happens in it. Но есть, все еще есть отождествление тишины с тем, что происходит в ней. Просто недавно прочитал очень забавные строчки. Чуваки, расслабьтесь, от вас ничего не зависит в плане просветления. And the identity with what happens in silence is so strong that apparently what happens in silence appears to be the one that is recognized in silence. И это отождествление тишины с происходящим в ней, оно настолько сильное, что создается впечатление, что это нечто происходящее, некто происходящий начинает осознавать тишину. This is amazing. И это удивительно. If you can understand this, that's it. Если вы сможете понять вот только это, на этом все. See, you can be my colleague. Сможете стать моим коллегой. See, apparently Caesar says, oh yes, there is silence. Это так кажется, что Цезарь говорит, ой, есть тишина. It's yours there. Вот, она просто есть. But it cannot be like that. Но так не может быть. Silence believes it is Caesar. Получается, тишина верит, что она это Цезарь. But the truth is, oh, there is Caesar. Но истина в другом. О, вот есть Цезарь. Silence says. И так говорит тишина. Are you following? Следишь за мыслью? Are you with me? Ты со мной? What are you? Или где ты? Полностью. Fully. I am with you fully. See? Silence cannot be perceived. Тишина не может стать объектом воспринимания. Silence perceives. Это тишина все воспринимает. It's not possible to be conscious of silence. Silence is conscious. Нельзя осознавать тишину, потому что эта тишина все осознает. Somehow it becomes conscious of itself. И каким-то образом она может осознать саму себя. It's me. Вот он я. It is what I am. Это и есть я. I am what I am looking for. Я и есть то, что я искал. Who feels I is silence. Тот, кто чувствует я, это на самом деле тишина. Everything comes from there. И все из нее исходит. That is the source. Тишина и есть источник всего. You are the source. То есть ты есть источник. You didn't come from the source. You are the from itself. Ты не изошел из источника, ты изошел из самого себя. Isn't it that great? Правда здорово? Ты возник из самого себя.
А? So silence is there. Тишина есть. Consciousness is there. Осознавание присутствует. The manifestation is there. Есть проявленность. Everything is there. Все есть. Everything is done. Все уже сделано. Or already happening. Все готово, все уже происходит. Full stop. И точка на этом. Enjoy the ride. Наслаждайтесь путешествием. More corn popping. Все больше и больше лопается попкорна. No effort. И нет напряжения. Silence makes no effort to be there. Existence is effortless. Тишина не напрягается, чтобы быть. В существовании нет напряжения. Awareness is effortless. Осознавание тоже осознает без усилий. Manifestation happens effortlessly. И проявленность тоже происходит, проявляется без усилий. Seeking is effortless. И стремление тоже происходит без усилий. The apparent effort is effortless. И кажущееся усилие на самом деле возникает без напряжения. You can't go wrong. И вы не можете ошибиться. All right. Или вы не можете сделать правильно. Isn't it amazing? Правда, это здорово. Effortless existence. Просто существование без усилий. Pretty much. Do you understand? Спасибо. Мне можно еще сидеть? May I sit a little bit more? Of course. Да, пожалуйста. Welcome. Пожалуйста. At the end of the day, we have nothing to do for 2 hours. В конце концов, нам еще нечем больше заняться. Следующие 2 часа. Well, there is nothing to do ever anyway, but. Потому что на самом деле никогда нет ничего такого, чем бы стоило заниматься. Что ж поделать, правда?
Are you trying to be aware? Ты что, пытаешься осознавать? Let me see if I'm aware. Так, сейчас проверю, осознаю я или нет. Thinking, let me see if I am here. Такие вот размышления. Сейчас я посмотрю, здесь ли я. Thinking, let me see if I am present. Такие вот мысли. Сейчас я проверю, присутствую ли я. You have to be present before you think. Но ты же должен быть перед, чтобы все это подумать. You have to exist before you think. Для того, чтобы подумать, сначала нужно быть. There is no such thing as I think, therefore I am. На самом деле нету такого, therefore что I exist. Я мыслю, поэтому я существую. Это не так. Existence is prior to thoughts. Существование стоит до мыслей. You want to come here? Come. Ты хочешь выйти на сцену? Выходи, если хочешь. Drop it. Можно идти, да? Выброси это. Drop it. Just drop it. Drop it. Yes. Yes, drop it. Оставь это. Just drop it. Forget about the whole thing. Выбрось все это и забудь вообще обо всем. Forget about enlightenment by all means. Пожалуйста, любыми средствами забудь о просветлении. It's an idea, the experience. Excuse me, it's an idea. Просветление — это только идея. Ну, это, наверное, даже не идея, а желание. И, пожалуй, единственное. It's even not like an idea, it's more like a desire. Probably the only one, but a desire. Yes, the desire is because you're running after an idea called enlightenment, which is supposed to be a particular experience. Да, но это желание возникает из-за того, что ты гоняешься за идеей под названием просветление. Идея в том, что просветление представляет собой некий опыт. See, enlightenment. Просветление. Enlightenment. Опыты разные были. О просветлении. As if it's something that is going to happen. Как будто бы это нечто, что возьмет и произойдет. If it's going to happen, it's going to happen in the future, and the future doesn't exist. Если оно и может произойти, то произойти оно может только в будущем, а в будущем не существует. Его нет. This is what is happening. Происходит только это. See? This is it. И все. Вот это оно и есть. See? I think they understood. Если это понятно. Enlightenment is not going to happen.
Если это ясно, просветление не может произойти. It can never happen. И оно никогда не произойдет. Just too hot. See? Oh, enlightenment is the spiritual experience. О, просветление — это духовное переживание. See? Не духовное, конкретное. There is no such thing as spiritual experiences. И вообще такого не существует, как духовное переживание. You can only experience phenomenon. Потому что переживать можно только феноменальное, то есть материальное. Which is from consciousness onwards. И что подразумевается? Извините, не материальное. Because the spirit, which is silence itself, is not an experience. Переживать можно только нечто проявленное. Проявленное — это все, начиная от сознания и так далее. И все, что проявляется, переживает как раз-таки дух. А дух не является сам по себе никаким переживанием. Is that which recognizes experiences? Дух — это и есть то, что видит все переживания. Recognizing itself is an experience. И вот это вот видение переживаний само по себе есть еще одно переживание. If the truth doesn't make you happy, you tell me why, because I don't know. Если вам не смешно от истины, я не знаю уже, что вас может рассмешить. I never get tired of talking about this. I do this every day, repeating the same thing, and it's always as if I never ever spoke about it. Каждый день об этом говорю, одно и то же повторяю изо дня в день. Знаете, никогда не устаю. А каждый раз звучит как по-новому. Every satsang test as the first satsang. У каждого сатсанга, каждый сатсанг на вкус Taste. Такой, как будто бы он самый первый. Ну, у меня-то первый. Well, but this satsang is my actual first satsang. Is it? Неужели? Честно? Честно. Yes, it is. Не считая многочисленных по интернету. If we don't take into consideration many of such of what my watching of satsangs via internet. Yeah. Very nice feedback from people. I have been getting very good feedback from the good quality of sound and video from the internet broadcasting of satsang. Я получаю очень хорошие отзывы по поводу онлайн-трансляции этих сатсангов. Люди очень довольны качеством звука и картинки. Yeah. Здесь звук лучше. Here it sounds better. The sound sounds better. And that's it. Это все. I told you the whole thing. Все на этом. Я вам все рассказал. I don't know, but anyway.
Oh, please welcome. Да, пожалуйста. Yeah. Welcome. I was looking for you yesterday. Didn't see you. Were you here? Вчера искал тебя глазами. Тебя не было? Нет, мы только сегодня приехали. No, we arrived yesterday. And there was another lady. I don't know where is she. И еще одна женщина тоже подходила. Не могу найти ее глазами. Последние несколько лет меня волнует такое состояние, как, ну, как бы уныние, депрессии, какое-то нежелание жить. Last few years I've been living in this state of depression, and I've been living without even desire to live, and it's a very hopeless state. Это состояние усиливается с каждым, наверное, годом. And this state, it's getting worse and worse from year to year. Это чувство, возможно, лени. Мне просто иногда хочется лечь, лежать и вообще ничего не делать. It's also about a feeling of laziness. When I don't want to do anything, I just want to lay down and do nothing. Но меня заставляют общественная, ну, там, работа, например, какие-то домашние дела. But social part still pushes, makes me to do something. It's about job, it's about daily job, daily things to be done. Еще у меня очень много каких-то комплексов, например, страх, очень сильный страх вот перед выходом на сцену, например. I've got also a lot of hang-ups. Do you know hang-ups? Like complexes, hang-ups. Like, for example, I have a fear to be in a public place, like now, to go out to the stage. What do you mean by I? By I? А что ты подразумеваешь под собой? Whatever you say, it starts with I. Все, что ты сейчас проговариваешь, начинается со слова я. I don't want to live. Я не хочу жить. I have fear. Я боюсь. I am depressed. Я в депрессии. I am forced by society. Меня заставляет общество. I. Я, меня, мне. What do you mean by I? Что ты под вот таким подразумеваешь? Let's have a look at that. Давай посмотрим на это. Ну, это мои чувства. It's my feelings. Физическое тело – это я. Ну, physical только, body is me. It's not only me. That's the problem, see? Анка, хорошо, вот смотри, в этом-то и проблема. Physical body is me. Физическое тело – это я. Не только. Not only. It doesn't matter. Неважно. Whatever you think is me. Все, что ты, как думаешь, является тобой в какой-то мере, на самом деле это не ты. Whatever you think you are. Что бы ты о себе не думала, you are not. Это не ты. Anything you feel. И все, что ты чувствуешь, you are not. Тобой не является. Anything you are conscious of. Все, что ты осознаешь, можешь воспринимать. You are not. Это не ты. Consciousness. You are not. Сознание, которое есть в тебе, это не ты. It is not separate from you. Все это не отдельно от тебя. It is also you. Оно не отделено как бы от тебя. Оно также является тобой. But it is an expression of yourself. Но это только лишь выражение тебя, see? Проявление. So you need to know what yourself, self, I really is, means. И ты должна узнать, кто ты такая на самом деле, что на самом деле значит я. You say my body, no? Ты говоришь мое тело. My mind. Мой ум. My feelings. Мои чувства. My emotions. Мои эмоции. My fears. Мои страхи. My energy. Энергия во мне. My anything. Мое во мне. My consciousness. Мое сознание.
Then whose consciousness, body, mind, energy, feelings, emotions, fears are these? А чье это сознание, чье это тело, чьи это эмоции? С кем мной это происходит? Have a look. Посмотри сейчас. You are present now. Сейчас ты есть, присутствуешь. And you are conscious of what happens. И осознаешь все происходящее. See? You are conscious of all that. Видишь, да, вот это все ты see? Воспринимаешь. Now try to see who is conscious. А сейчас попробуй посмотреть, а кто все воспринимает. And tell me what is there. И расскажи мне, что получится. Наверное, ум воспринимает. Probably it is mind who is aware. No. Нет. To be aware is to know, to cognize, to see, to perceive. Осознавать — это значит познавать. Mm-hmm. Это значит видеть. Это значит воспринимать. So thoughts you see. Мысли ты тоже видишь. Thoughts are objects. Мысли — это объект. That appears in consciousness. Это некий объект, который возникает в твоем сознании. It's a subtle object, it's a subtle form. Thoughts is a subtle form. Это просто некая мыслеформа. Energy is a subtle, is even subtler than thoughts. А энергия — это некая форма, которая по сути еще тоньше, чем мысли. And you are conscious of that. И все это ты осознаешь. See? You are conscious. Ты осознаешь. Who is conscious? Кто это ты? Take your time, no rush. Не торопись. Don't guess. Не пытайся угадать. Посмотри. Don't think. Don't think. Yes. И не думай, не размышляй об этом. Не знаю. I don't know. Я не совсем могу понять то, что вы сейчас мне говорите. I don't clearly understand what you are talking now. Okay, never mind. We're gonna try again. Хорошо, ничего страшного. Мы еще по-другому попробуем. Let's do something different. Вот это. Look for the mind. Попробуй найти ум. Look for the I. Найти я. Найти себя. Ум всегда в голове. Ум? Mind is always inside the head. Is in the head? В голове? Mind is a thought. Ум — это то мысли. Mind is only thoughts. She said in head. Yes? Huh? Did you hear it? She said mind is inside the head. No, it's not in the head. It's not in the brain. Нет, ум на самом деле не находится ни в голове, ни в мозгах. This is already scientifically proved. И ученые уже это доказали. There is no organ called mind. Нету такого органа, как ум. Mind is only a bundle of thoughts. Ум — это просто совокупность мыслей. Mind means thoughts. Ум — это мысли. So when you think, когда ты думаешь, you believe that you are what you think. Ты веришь, что ты — это то, что ты думаешь. Mm-hmm. See? Yeah. То есть я поверила в то, что я сейчас вам сказала, да? So I believed in that what I just told you. Yes. Да. То есть я могу подумать по-другому? So I can think in another way. Я не могу. Or... No, I cannot. You, of course you can. There is another quality of thinking, which is practical thinking. На самом деле можно думать по-другому.
Это мышление называется практическое мышление. This is your mind as your mind, as your tool of expression, calculation, etc., 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 etc. Когда ум выступает как твой ум в качестве твоего инструмента для выражения, для проявления, для подсчетов и так далее. The other one is the mind as a self. А есть еще другой ум, ум в качестве себя. It's a concept. Ум в качестве меня. An вот idea. Такой ум — это только концепция. It's thought. Идея, мысль. See? I am the body. That's an idea. Я это тело. Вот это идея. If I means the body. Если бы я означала тело. Then I is a concept. See? Can you repeat? If I means the body. Then this I is a concept. It's an idea. You see? Получается, вот такое я — это тоже идея, тоже концепция. I am beautiful. Я красивая. I am ugly. Я некрасивая. I am, I don't know, young. Я молодая. I am clever. Я умная. I am stupid. Я глупая. See? These are thoughts. Can you see that? Ты можешь увидеть, что все это только мысли. This is what you may think. Ты вот всякое разное ты можешь думать. And you take that to be yourself. И ты то, что ты думаешь, ты воспринимаешь за саму себя. This is unconscious thinking. И все это неосознанное мышление. This is the result of the fact of that which is conscious losing track of itself. И все это такое мышление является результатом того, что то, что все осознает, теряет из виду само себя. Как прийти к самой себе? Как узнать? How to know myself? How to come back to myself? See, from who thinks I think? А кто думает я? Thought такой? From me. See? Мысли исходят из меня. See, from where the thoughts are coming from. Вот посмотри, откуда именно они возникают. And tell me what is there. И сама посмотри сейчас и скажи мне, что там. Откуда возникают... Я не могу совсем понять. Откуда возникают мысли? I cannot understand it all. From where thoughts are coming? From where? Okay. Go on. Продолжай. Но мысли вокруг, а я... как идентифицирую себя с этими мыслями. It's like thoughts around me, and then I'm identifying myself with them. Yes. Да. But not myself, the body. Но не себя как тело. You say thoughts are around myself. Ты говоришь, ты сказала, мысли вокруг меня. Look at what you call yourself. Вот посмотри на вот это меня. And tell me what is there. И скажи, что там. Какое оно? Я не знаю. Может, внутри что-то такое. Может, I don't know. Maybe it's something inside. Нет. What happens when your thoughts, with your thoughts, when you look, when you try to see who you are, what happens with your mind? А сейчас, когда ты вот пытаешься посмотреть на то, какая ты, что происходит с мыслями? Мысли путаются. Thoughts are getting confused. Okay. Thoughts are getting confused. Мысли путаются. Mm-hmm. See? You see thoughts, mind getting confused because mind is confusion. И ты видишь, как мысли путаются. То есть ум представляет собой всю эту путанину.
If you see the confusion, получается, если ты видишь путаницу, you are not confused. Значит, это не ты запутан. Путаница — это не ты. You are not the confusion. Запутанные мысли — это не ты. You are that which is conscious or aware of the confusion. Ты то, что осознает или знает о наличии запутанности. Just let the confusion to be there. И пусть сейчас вот эта вот запутанность остается. Let it be. Пусть будет. Is there silence somewhere? Есть там где-нибудь тишина? Some peace? Какое-то спокойствие? Some emptiness? Есть. Какая-то пустота? Yes. Okay. Вот-вот. See. That which is conscious of the confusion is this emptiness. Вот то, что осознает, воспринимает все эти запутанные мысли, и есть пустота. Это вот та самая пустота воспринимает, видит все эти мысли. And you are that. И ты являешься вот этим. Открыли мне секрет. You have opened a secret to me. It's not a secret. Это не секрет. You are seeing the confusion from there as that. И ты видишь, наблюдаешь всю эту путаницу оттуда, будучи тем. Понятно. It's clear. I understood. So what is happening to you? И что тогда происходит с самой тобой? What is happening to is this emptiness, this silence affected, touched in any way or form by what is happening? Все, что происходит, касается ли оно каким, хоть каким-то образом вот этой тишины, вот этой пустоты? Нет. Может ли происходящее затронуть вот эту пустоту? Нет. Нет. Да. Это отдельно. It's separate. Yes. Да. So what is happening to you? If you are that, what is happening to you? Так если ты вот этим и являешься, может ли что-либо происходить с тобой? Are you depressed? Это ты в депрессии? You are not depressed. Нет, ты не в депрессии. Depression is there. Есть депрессия. But you are not depressed. Но ты это не в депрессии. Меня это радует. It makes me feel happy. Maybe sadness. Или есть грусть. Maybe fear can arise. Может возникать грусть, страх. Anger can arise. Или злость. Or, I don't know, jealousy can arise. Или, ну, не знаю, там, ревность. Happiness can arise. Или радость. Но это не мое, это должно пройти. Все. But all that is not mine and it's bound to go away. Yes. Да. It comes and it goes. Оно приходит и уходит. It appears and it disappears. Появляется и исчезает.
You are always okay. Ты это то, чему всегда хорошо. What is producing all these the so-called negative emotions? А то, что создает все эти так называемые негативные эмоции? Are thoughts. Это мысли. Concepts. Концепции. Ideas. Идеи, представления. Basically of how I am supposed to be or how things are supposed to be. И в основном это все сводится к тому, как я, да, какой я должна быть или как надо быть, что должно быть. And we believe these ideas. И мы сами верим в эти идеи. Да, это так. Yeah, it's indeed like that. You have to get married. Ты должна выйти замуж. You have to have children. Нужно родить детей. You have to have an education. Нужно получить образование. You have to be somebody. Ты должна стать кем-то. You have to be successful. Ты должна преуспеть. You have to be thin like a straw. Ты должна быть худенькой, как соломинка. See? You have to look like Angelina Jolie. Выглядеть ты должна как Анджелина Джоли. Or like somebody. Или как еще кто-то. See? And there's an idea, that's an image. И это все какие-то идеи, какие-то образы. And then the seeking starts there. И вот так-то и начинается поиск, стремление. Seeking to become. Стремление, чтобы стать. See? To become millionaire. Чтобы стать миллионером. To become famous. Известным. To become successful. Успешным. This is a good one. Вот это вот самое прикольное. Стать просветленным. Повторять мантру. Ом намах шивая. Spiritual aerobics. Заниматься духовной гимнастикой. Ом мани падме хум. Ом мани падме хум. Ом мани падме хум. On my way to an idea. И все это на моем пути к идее. On my way to nowhere. И на самом деле по дороге в никуда. Because you are already there. Потому что ты уже здесь. Ты уже есть. As this, which is even beyond perfection. Как нечто, что находится даже вне совершенства. Because if you point to something as perfect, потому что как только ты указываешь на что-то как совершенное, from where you are pointing to perfection is already behind, beyond perfection. То, откуда ты будешь указывать на нечто совершенное, это нечто сразу же будет выше за этого совершенного. And your positive emotions, most of them. И все твои положительные эмоции, большинство из actually, них. All of them. Ну, если честно, все. Are also based upon ideas. Тоже основываются, отталкиваются от идей. But reality. На самом деле. What really, really comes from the heart, expresses spontaneously, that is not touched by a thought. То, что действительно исходит из действительности, из сердца, оно никогда не искажено, не затронуто никакой мыслью. That you cannot understand. И вот это самое нельзя постичь, нельзя понять. Like when you really, 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 for example, this is when you really fall in love. Например, вот тогда, когда ты по-настоящему влюбляешься. You said, "Oh my God, what the hell is this?" И когда ты сам себе говоришь, Господи, что же это такое? Because
you don't know. Потому что ты не знаешь, как. It's not well. I love you because of no. И тогда это не так, что я люблю тебя потому что. You just don't know. Ты просто не знаешь почему. The mind cannot understand that. Ум не может понять. Mind cannot get that. Не может, до него никак не может дойти. Как, почему? There's no reason. За таким не стоит никакой причины. No thoughts, no story. Никаких мыслей, никаких историй. It is a fact. Это просто факт. Therefore, it is real. И поэтому он настоящий, реальный. What I call real is something that is expressing itself spontaneously, effortlessly. Когда я говорю настоящий, я имею в виду то, что проявляется без напряжения, без усилий, and спонтанно. And this expression doesn't want anything else but to express itself. It doesn't want anything in return. И когда такое выражается, ему ничего не нужно. Ему ничего не нужно взамен. It's a feeling for the sake of feeling. Это такое некое чувство или переживание ради самого переживания. So thoughts are not in the brain. Так что мысли происходят не в мозгу. But they get there. Но они туда попадают. Каким-то образом. See, they touch the brain. Они как бы касаются, пронзают мозг. They stimulate the brain. Каким-то образом стимулируют его, приводят в действие. And the brain's like a bell. И мозг как звонок. See? And then it produces this. Как будто бы мозг это такой колокольчик, мысли его касаются, и он начинает звенеть. Or let's say that the body is the bell. И когда мысль касается мозга, потом все отражается в теле. And the brain is this thing. In, how do you call that? What is it? The thing that touches. You have a bell and something hanging in. Как это называется на? No, in English. Where is my English teacher? There you are. A pendulum. Yeah. Подвеска, они говорят. То есть даже давайте, наверное, лучше выразить это так, что тело это сам колокол, а мозг это язычок колокола. So the body is the bell, and the pendulum is the brain. Тело это колокол, а язычок это мозги. And the mind takes the pendulum and ping. И ум берет этот язычок. Fear, anger, anxiety, worry, stress, anger, jealousy, pride, all that stuff. И бабах, все вот это вот начинает вибрировать, происходить страхи, беспокойство, волнение, напряжение, ревность, зависть. The brain sends a message through your spine, which is your all the. Мозг передает этот сигнал через позвоночник, через всю эту систему. All the whole thing is there, and then from there it sends messages everywhere. Через всю эту штуку такую, и вот так вот идет сигнал повсюду. See? I'm sad. Toing. You see? Привет, привет. What was that tongue? See, the bell toink. Poink. Динг-динг. И начинается. See. Life is terrible. Жизнь такая паршивая. And the thought touches the brain and the body reacts to it. Происходит вот эта мысль. Жизнь такая паршивая. And then you have a horrible feeling in the body. Она касается вот этого язычка мозгов. И все это приводит в действие колокол тела. И получается, все вместе чувствует себя ужасно. And you apparently become that. И тебе кажется, что ты во все это превращаешься. Mm.
But there is something else there. Но есть кое-что еще. Another feeling, another energy, which is neither positive nor negative. Некое другое чувство, некая другая энергия, и она не положительная, не отрицательная. When the thought touches that energy, и когда мысль прикасается к вот этой энергии, then the body acts and reacts. Ну, тогда тело начинает действовать, реагировать. It becomes your reality. И все это превращается в твою действительность. It becomes your actual experience. И превращается в твое настоящее переживание или данное переживание. So most of our actions are reactions. У нас так получается, что большая часть наших действий и реакций are completely conditioned by all these thoughts, ideas, memory, knowledge, past. Обусловлены всеми этими мыслями, идеями, концепциями, воспоминаниями, то есть по сути прошлым. Anything you think, все, что бы ты ни подумала, come from the past. Оно исходит из прошлого. I mean, concepts, ideas, beliefs. This is this, this is that, this is like this, like that. Right, wrong, good, bad, acceptable, unacceptable, moral, immoral. All this is knowledge. Я имею в виду все вот такие вот убеждения, знания и концепции, типа правильно, неправильно, корректно, некорректно, приемлемо, неприемлемо, нравственно, безнравственно. What is? А то, что есть? Is not a thought. Это не мысль. And our perception. Наше восприятие. Also is distorted by thoughts. Наше восприятие того, что есть, тоже получается искажается мыслями. So difficult to be with those thoughts. It's not even difficult or easy. They are your thoughts. На самом деле это не сложно и даже не легко. Мысли это просто мысли. The only thing that you have to do. Единственное, что тебе нужно делать. Is to see them as you saw them a few minutes ago. Просто видеть, воспринимать мысли вот как раз так, как ты это сделала несколько, ну, вот совсем недавно. To see thoughts as thoughts. То есть просто видеть мысли как мысли. Видеть мысли, понимать, что это только мысли. And when you see them, когда ты их видишь, you recognize their illusoriness. Ты признаешь их иллюзорность. This is a thought. Это же только мысль. It's an idea. Идея. Disappears. И она исчезает. See? One less. На одну меньше. Another one. А вот следующая. And another one. И дальше. And another one. Еще одна. Until you empty your system from any belief. И они появляются одна за другой до тех пор, пока ты не очистишь полностью всю свою систему от убеждений. And another quality от представлений. Of, another quality of action. And thoughts will come into existence. И место займут действия и мысли совершенно другого качества. Completely free. Совершенно свободные. For example. Вот, например. See? It's just an expression. Вот такое вот выражение. See? No intention. Без намерения за ним. It's the movement for the sake of the movement. Это какое-то движение ради самого движения. See? That's it. И все. See? Where is the depression now? It's gone.
А где сейчас эта депрессия ушла? What is the heaviness? Тяжесть. It's gone. Не ушла? Yes, yes, it's gone. Look outside. It's a beautiful day. Look this beautiful light. Посмотри на свет. Туда, за окно. Tree. Так красиво. Beautiful colors, beautiful people. Такие красивые цвета, краски, такие прекрасные люди. See, when you feel beautiful, everything is beautiful. Понимаешь, когда ты чувствуешь себя хорошо, все выглядит прекрасно. See, when you feel ugly, everything looks ugly. И когда чувствуешь себя безобразно, все выглядит безобразно. See, when you're angry with everybody, everything. Когда ты злишься на все и вся. When you feel this, I don't know how to call it. If I put a name, it's ridiculous. Когда ты переживаешь вот это вот. Love, call it love. Даже не знаю, как назвать, потому что как не назовешь, глупо звучит. Ну, давайте любовью это называть. See? And then you love everybody, everything. Когда ты переживаешь вот эту любовь, тогда ты любишь все и вся, все и всех. And sometimes. А иногда бывает. Then this love does funny things. Sometimes it put two people together. Эта любовь, она делает забавные штучки, соединяет двух людей. Most of the time, mind put two people together. Потому что чаще всего ум сводит двух людей. To think. To things. To think. On my ум сводит двух людей, чтобы они еще о чем-то подумали. I think you are late. Excuse me? I think you are late. Я думаю, что ты опоздал. I think that you don't pay enough attention to me. Мне кажется, я так думаю, что I think I do. Не обращаешь на меня внимания, а мне кажется, что обращаю. See, why you didn't call me today? Ты почему мне не позвонил сегодня? See, I think that you don't love me. Мне кажется, ты меня не любишь. No, no, I think I do. А мне кажется, люблю. See, I think. Что в английском See? Это все выражается в том числе вот таким That's словом. Я думаю, что ты меня любишь. Я думаю, что ты меня не любишь. That's a relationship between two thoughts. Получается, это все отношения сводятся между двумя «я думаю». Between two ideas, two images. Между двумя идеями, между двумя образами происходящего. But is it real? The real thing is there. Но когда присутствует нечто настоящее. What is there to say? Не о чем говорить. You are just there. Вы просто есть. And love is just there. И любовь просто есть. And the rest is a story. А все остальное, что могло бы быть, это только история. So you know. I'm so happy that you didn't go. Очень хорошо, что ты пришла. Я очень рад. If you could see your face now, oh если бы ты могла видеть сейчас сама себя. See, the gray cloud is gone completely. Эта серая туча совершенно тебя покинула. See? Yes, it's true. Yes. Что-то с микрофоном. I'm glad by myself, and I'm thank you very much for the help you've given my, me. It's my pleasure. От всего сердца. You have no idea how much I enjoy this conversation. Ты даже не представляешь, сколько удовольствия я сам получаю от нашей беседы. And you're helping people so much. И ты так помогаешь остальным. In coming to the chair and allow this conversation to happen. Тем, что ты разрешила себе выйти и вот этой беседе произойти. Because they feel the same. Потому что они переживают такое же. But they don't have the courage to come to the chair. Просто у них нету смелости выйти на стул.
Not the courage. Даже not это courage, не смелость. But the opposite. The oh Jesus. No, there you are. No. I don't know. The vulnerability. See? Даже не знаю, как это сказать. Может быть, разрешить себе быть уязвимым. Извини, ты могла бы еще 5 минут посидеть с нами? See, I had a conversation yesterday with my friend sitting there. There she is. Вчера у меня был разговор с моей подругой, вот там она сидит. And then I got some feedback on internet, emails, on the chat of Facebook and Skype and so on. И после этого я также получил много откликов по интернету, по Фейсбуку, в чате и так далее. Which is the spiritual, which is basically a spiritual criticism. И в основном это духовная критика. See, I don't see that when people argue, when people is I don't see that in people. See, I don't judge them because they don't understand or because they don't listen to what I'm saying. Not at all. Вот у меня такого не возникает. То есть я даже я не воспринимаю происходящее так, что кто-то что-то не так задает или не то спрашивает. From here there is an understanding that that behavior is unconscious. Потому что вот отсюда просто, что происходит вот здесь, это только понимание, что поведение такого рода — это неосознанное поведение. Here there is an understanding that what is here is there. Вот здесь просто присутствует понимание, что здесь есть, присутствует то же, что и там. But I'm not helping you, but to myself. И что я помогаю не тебе, а самому себе. So from this understanding, из вот этого вот понимания emerges something called compassion. Возникает нечто под названием сострадание или сочувствие. Somebody that it's not somebody, but it's a way of speech. Somebody that is realized, somebody, just a way of speech. Did you translate? I'm waiting for the other part. Somebody that is realized. Кто-то, кто осознал самого себя. Has nothing else to do in this planet. Осознавший себя, познавший самого себя, ему ничего не остается. Что делать на этой планете? He or she is simply done. Им больше они как бы готовы. That doesn't mean that this realized being is not going to work, go to the office, take care of family, children, wife, looking for no. У них покончено все с как бы с деланием, и это не значит, что они не будут выполнять работу, они не будут иметь семью, они не будут выполнять какие-то обязанности. It doesn't have anything in particular to do. Имеется в виду, что им не осталось ничего, и для них не существует ничего, что они должны конкретно сделать. No goals. У них нет целей. No targets. У них нет задач. No mission. Нет миссий. No expectation. Нет ожиданий. Nothing. Вообще ничего такого. He just act and react spontaneously to what happens in this moment. Такие люди просто спонтанно действуют и реагируют на то, что происходит в данный момент. He act and react accordingly out of awareness of what is. И они действуют и реагируют согласно тому, что происходит в данный момент. They don't have to speak about this. И у них нет нужды говорить об этом. But out of compassion, но из чувства сострадания, then this event happens. Происходят вот такие вот мероприятия. People say, "Oh, how can you listen to these stories? I don't mind." Люди иногда вот мне говорят про все эти отклики, которые он читал вчера. Боже, ну как ты вот можешь выслушивать все эти истории? А я не против этого.
I'm just here to make you become conscious that it is a story that you are unconsciously creating and giving reality to it and believing it is you. That's all. Я здесь как раз для того, чтобы помочь тебе заметить, что все это только не история, которую ты не осознаешь, из которой ты неосознанно отождествляешься, потому что веришь, что ты — это твоя история. This is it. Это все. Thank you. Спасибо. Okay. What did I do anyway? I got you in Facebook, I think. Наверное, с тобой. Я видел тебя на Фейсбуке. Face I never forget. Names for sure I will forget. Никогда не забываю лица, но имена почти всегда забываю. Здравствуйте. Hello. Okay. And there are people that charge you, that is charging you. Есть люди. 5,000 euros to tell you that you are free. А есть люди, которые взимают плату, там, допустим, 5,000 чего-то за то, чтобы сказать тебе, что ты свободен. The gurus. Гуру. There's no guru. А гуру нет. Apart from yourself, you are the guru. Кроме тебя самого. Только ты можешь быть гуру. You are just Miss Guru in yourself, that's all. Дело в том, что ты не туда заводишь сам себя. See? Out of being unconscious of... Сам себя заводишь не туда, потому что не осознаешь до конца. Your true nature. Свою истинную природу. Kind of a cosmic whoops. Вот такой вот космический упс. I call it the cosmic accident. Вот такое вот космическое происшествие. A screw up in existence. Within existence. Excuse me? Never mind. Цезарь уже начал отвечать на мой вопрос. An accident within existence, let's call it that. Такое вот случайное существование. Where else is it? There are no accidents in reality. There are never accidents. Yeah. Or accidents are never accidental. You are nearly there, pal. Извините, нечетко было слышно. Yeah, please. Дело в том, что я не знаю, что мне еще надо. Actually, Cesar has already started to answer my question, and now he said that actually I don't know what I need. Nothing. Ничего не надо. You don't need anything. Тебе ничего не надо. And yet you can have anything. И вместе с тем у тебя может быть что угодно. You can even have a girlfriend. Даже девушка. Or a car, or... Ну или машина. Or a plane or whatever. А может быть даже самолет. You have everything because everything is within you. Ты можешь.
Ты можешь иметь все, что угодно, потому что все, что может быть, находится внутри тебя. Everything came out of you, by you, for you. Все исходит из тебя, за счет тебя и для тебя. Then enjoy it. Так что наслаждайся. If this is an illusion, если вот это иллюзия, if it is only an appearance in consciousness, then at least enjoy it. Если это всего лишь видимость, сознание, ну так хотя бы надо ей, надо получить от нее удовольствие. See? Instead of running after it or running away from it. Вместо того, чтобы бежать за это, бегать за этой видимостью или убегать от этой видимости. If you are a worldly minded people, you will run after the world. Потому что если ты такой мирской человек, человек с умом настроенным на мир, то ты будешь за миром бегать. If you are a spiritual minded people, you will run away from the world. А если ты духовно настроенный человек, то ты будешь убегать от мира. If you are awakened, а если ты пробужден, you are just enjoying the world. Ты будешь просто им наслаждаться. Not running after or away from it. Не будешь ни бегать за миром, ни убегать от него. But fully, fully, fully experiencing it. Просто будешь на полную катушку переживать мир. Rarely somebody experience fully whatever it is. Просто очень редко кто-то может на полную силу переживать происходящее. Oh, this one. Ну, yeah, exactly. Те ребята. Full on, huh? Ну да, вот они точно на полную катушку переживают. Otherwise, why you do anything? Otherwise, why do you do anything? А иначе зачем вообще что-то делать, если не переживать его? No. See. Такое ощущение, the что neighbors, who care? Ой, соседи услышать, да какая разница? We deal with that tomorrow, never mind. Мы завтра об этом подумаем. We send in a letter of apology with flowers and chocolate. That will do. Пришлем им букет цветов с извинительным письмом и шоколадкой. That will do. Я думаю, их это успокоит. I don't mean that, guys. Я не это имел в виду. Есть какое-то чувство незавершенности. It's hot, да? Жарко, да? There is a feeling, some kind of feeling of incompleteness. Incompleteness. Незавершенности. This feeling of incompleteness is incompleteness. It's happening incompleteness. Это чувство незавершенности происходит в полной завершенности. Yeah. You got a message from heaven. Это тебе послание свыше. Кто это? А? Кто это? This one. Who is this? This is a this. Shiva. Yes. Да, это in, Shiva. In Hinduism. В индуизме. This entity, which I cannot say if it's six or not, because I don't know. I was not there. Это существо, как бы я не знаю, он действительно был или нет, потому что меня-то в это время не было. It represents the power of consciousness. Представляет собой силу сознания. Which remove ignorance.
силу осознавания, которое устраняет неведение. This is a story in the Indian scriptures that the bad guys came and poisoned the ocean. Есть, знаете, такая история в индуистских писаниях, что какие-то плохие парни взяли и отравили океан. And this guy came and потом пришел вот этот вот парень, see? Шива. Надоели истории. А? Надоели истории. I'm tired of stories. No, this is a very good one. This is. Да, но это очень хорошая. This. And then I tell them the story. You. Ну, тогда я им расскажу. And then this guy, together with other guys, they did something in the ocean, and they separate the ocean, the poison. They put the poison together. Тогда вот этот парень взялся с еще другими ребятами, они что-то там сделали с океаном и отделили яд от океана. See, when you have butter, you can boil the butter and you make ghee. Знаешь, вот если у тебя есть масло, и ты начнешь его кипятить, то у тебя получится ghee, топленое масло. When you boil the butter, the fat comes to the surface. Когда ты нагреваешь сливочное масло, то на поверхность поднимается жир. And they did something like this. И вот, ну, эти ребята что-то вроде того сделали с океаном. They brought the poison to the surface. То есть они собрали весь яд на поверхности. And this guy came. И одни ребята собрали, а вот этот вот пришел. And drank it. Взял стаканчик, собрал так сверху и выпил. And it turned into amrita, divine nectar, whatever. И этот яд в нем превратился в амриту, то есть божественный нектар. See, when you are the poison, are your thoughts, ideas, concepts, beliefs. Здесь яд представляет собой все твои идеи, убеждения, концепции и представления. When you become conscious of them, когда ты их осознаешь, you drink them. Получается, ты как бы выпиваешь их. See? They disappear within you. И они исчезают внутри тебя. And they become, they merge into bliss, they disappear in bliss, they become bliss. И они исчезают в in bliss. Да? Yes. Yes, in bliss. И они исчезают в блаженстве. Они превращаются в блаженство. Within you, because you are bliss. То есть они исчезают в тебе, а ты и есть блаженство. See. That's the power. This guy represents the power to destroy ignorance, which is the I am, the body idea. То есть вот этот вот парень Шива, он представляет собой ту силу, которая разрушает невежество. А невежество — это идея, что я — это тело. It is happening in completeness. Incompleteness is happening in незавершенность происходит. Незавершенность чувствуется в завершенности. Behind your incompleteness. То есть за вот этой твоей незавершенностью. Only an idea. There is only an idea. За этим чувством стоит всего лишь идея. Something is missing. Что чего-то не хватает. I need something to be happy, complete. Что мне что-то нужно, чтобы стать завершенным, чтобы See? Быть счастливым. A wife, жена, money, деньги, a car, машина, enlightenment. Или просветление. See? And this idea, и вот эта идея, is the driving force behind the seeking. И как раз и стоит, это такая идея является движущей силой любого стремления. Seeking for completeness. Стремление к завершенности. So this idea will take you to the church. И вот такая вот идея приведет тебя в церковь. To get married.
чтобы там жениться. Or to the Himalayas. Или в Гималаи. To get enlightened. Чтобы просветлеть. See? But if you stay where you are, as you are. Но если ты останешься на месте, останешься как есть. You will realize that the whole thing is more than complete. Ты поймешь, что все на самом деле более чем на своих местах, более чем завершенно. Nothing is missing. Все на своих местах. No one is missing. И все на своих местах. Нет такого, что чего-то не хватает или кого-то не хватает. Everything comes at the right time. Все приходит в свое время. Everyone comes at the right time. И каждый, кто бы то ни было, приходит в свое время. Нечего больше сказать. There is nothing to say anymore. Nothing to say anymore. Нечего больше сказать. Смеяться тоже неохота. Also there is no desire to laugh. And yet you are laughing. You see? А все равно смеешься. Несмотря на это, смеешься. То, что до этого не получилось перевести, когда эти крики начались, Цезарь как раз так очень просто, ну, немножко невнятно говорил, что они начались не случайно. Как бы так... Невзначай, но, наверное, не просто так. Вот это вот за стенкой происходит. А потом вот рассказал эту историю про... Ну, какая разница, что там за стеной кто-то делает. Вот они там кричат себе, не обращают на нас внимания. Окей. What to? Oh. Дочка. How you год say назад. House? How do you say house? Дом. Дом. At дом. Дома. Дома. At home? Is it? Дома. No, but she's at home. Дочка is at. Дочка дома. А, дочка дома. With friends, okay. Год назад на сатсанге говорил о фундаментальном переживании полюса, фундаментальном переживании момента здесь и сейчас. One year ago you was... Извините, Цезарь или вы говорили? Нет. One year ago I was talking about fundamental experiencing about the moment here and now. Fundamental experiences. Фундаментальное, да? Sounds very romantic. Так очень романтично звучит. Very poetic. Ну или поэтично. И вот за этот год этих переживаний случилось масса. So since that point, I've been that experience of this moment. Has been happening many times. Huh? That experience. The experience of this moment. Of the moment here and now was happening with him many times. It's happening all the time. Но это переживание на самом деле происходит постоянно. This moment is happening all the time. It's nothing extraordinary. Потому что момент здесь и сейчас постоянно происходит, и в этом нет ничего сверхъестественного. It's not that fundamental. И он не настолько фундаментальный. Да, да.
I'm joking, I'm not serious. Да ладно, я шучу, не серьезно. I have the copyright of these pictures, I'm telling you. Так, вот эти фотографии, авторское право принадлежит мне. Будьте аккуратны. Yes. Да-да. Из жизни много всего лишнего ушло, практически все. And everything. Но это не важно, с этим все отлично. Many things which were extra, they left my life. Actually, almost everything extra exceed. Но с этим left все отлично. My life. С этим все прекрасно. Дело не в этом. Осталась вера в передачу, в инициатическую передачу от учителя к ученику. So many things actually have left me through this year, but the only thing which remained, it's belief in initiation, that there can be initiation from a teacher to a disciple. You can disbelieve that also. No. Можешь тоже перестать в это верить. Да, вы говорили тогда отдохнуть. А что за инициация? Чего и кого? Кого там собрались инициировать? Да, вы говорили год назад, что надо от всего этого отдохнуть, все это отбросить, но когда вот есть люди, у которых. Да. €1,000. С тебя 1000 евро. I'm serious and I'm joking at the same time. Ты знаешь, я одновременно и шучу, и серьезно. И The one that is going to be initiated. Вот посмотри, тот, кто получает инициацию, is an illusion. Этот некто, это иллюзия. And the one that does the initiation. А тот, кто дает инициацию, is an illusion. Тоже иллюзия. An illusion initiating another illusion. А вот эта вот сама инициация, это еще другая иллюзия. I'm making a good business out of that. И на всем этом строится хороший бизнес. Да, я прекрасно понимаю все. Но если бы волевым усилием мог отбросить все это и остаться тем, чем я есть. But if I could voluntarily drop this idea and just stay as I am, it would happen just now. So не могли Stay ли, as можете, I am. Ли вы, можете ли вы помочь обрести прозрение на каждое мгновение? So if I could drop this belief just now, I would. Это глупая иллюзия, но это отчаяние на самом деле. So у меня больше нет ничего кроме этого. What I would like to ask you now, just to help me to получить прозрение, чтобы происходило каждый момент, да? Прозрение на каждое мгновение. I want you to help me to get enlightenment. Understanding for every moment. For it to be happen every moment. You cannot get enlightened. Но нельзя получить прозрение. Because there is no you that can possibly get enlightened. Потому что тебя нет никакого тебя, кто бы мог получить прозрение. It's a thought. Это только мысль. Enlightenment is a thought. Просветление это только мысль. The I who wants to get enlightened is also a thought. Я, который хочет получить прозрение или просветление, это тоже мысль. Да. Но за целый год не смог избавиться от этой мысли. Покоя нет. Есть покой, Still, есть покой, I couldn't get rid of that thought. I all this year. Let's do it now. Давай сейчас сделаем. Let's do it. Давай сейчас избавимся. Все состояния, которые происходили за год, они происходили в тот момент, когда был меньше всего к этому готов. You know, I've told you that I've been experiencing those glimpses through this year, and you know, they were happening only when I was not ready at all. You are not experiencing the glimpse. You are what you glimpsed.
Понимаешь, на самом деле это не так, что у тебя были эти проблески, эти прозрения. На самом деле ты и есть то, что прозрело, узрело само себя. You are the glimpse. Ты — это свет. В этом проблеске ты — это сам свет. И в этом проблеске именно это я и созерцаю. In this glimpse, that is exactly what I am contemplating, what I am aware of. Но все равно остается какое-то идиотическое стремление к состоянию или к чему-то, не знаю, как это назвать. Same thing like yesterday. Не остаток чего-то еще, иллюзия. Hold on a second. Hold on a second. He's continuing. I'm trying. No, but I want to stop it. Okay. I feel I need to stop for a second. See, if the question is not clear, you won't be able to translate. See, because it's very vague. Mm-hmm. So okay. It's impossible to translate. Okay. Well, that's why I stopped for him, because he started. And if continue. You can't translate, you perfectly say, sorry, sir, I don't understand what's your question. I won't be able to translate. Can you put yourself together, give me a clear question, and then you can translate. Okay. Don't translate, it's just trying to. Повторите еще раз вопрос, пожалуйста. Несмотря на все это, с самого начала просто как бы такая немножко путаница выходит. Look for the mind. Поищи сейчас. Now. Прямо сейчас. Now. Now you have been initiated in self-inquiry. Вот сейчас тебя инициировали на самоисследование. For free. Бесплатно. Look for the mind. Поищи ум. Когда я его ищу, его нет. When I'm looking for it, it is not there. Then? Ну? If the mind is not there, who is there? Ну, а если ума нет, то кто есть? Я здесь. I am. Yes. I am here, he said. I am what? Я это кто? Я кто? Я тот, кто есть. I am who I am. That's it. И все. Вот это и есть все. Mind disappears. Ум исчезает. Thought disappears. Мысли исчезают. I disappears. Вот это я исчезает. And that which is not a thought. А то, что не является мыслью. Is obviously there. Очевидно, есть. Effortlessly there. Без усилий остается. It is just there. Просто есть. That's it. И это все. Вот это оно и есть. You are that which is there when the mind disappears. Ты есть то, что остается, когда исчезает ум. Emptiness. Пустота. Пусть так и будет.
Let it be like that. Huh? Let it be like that. You are that, in essence. Ты это и есть. По сути, ты вот это и есть. The thought, let it be like that. Вот эта мысль, пусть так и будет. Is coming from there. Исходит оттуда. Thank you. Can you come tomorrow? Вы можете прийти завтра? Да. Please. Пожалуйста. Emptiness becoming conscious of itself. Пустота начинает осознавать саму себя. Okay, I'll talk to you. Что ты говоришь? That is good. This girl is good. Yes, she is. Да, она хорошая. Я очень счастлива, что вы здесь. I am happy that you are here. And I want to continue for the party. Все, я готова. Или ты будешь на английском? Хочешь на английском? На русском. Я вот вспомнила, как это. Я сижу и смотрю, откуда возникают у меня вопросы. You know, I just remembered as I was sitting and looking from where the questions are coming. Следующий шаг мне трудно сделать самой. And the next step, it's difficult for me to do it by myself. Куда еще направить свое внимание? Where else to direct my attention? Оно само себя никак не видит. This внимание или вот оно? Не знаю, там сознание само себя не видит. That cannot see itself by itself. Mm-hmm. Да. It cannot see itself. Оно не может увидеть само себя. But it can know itself. Оно может знать себя. Оно забыло. But it has forgotten itself. Yes, that's all. Я помню, что оно помнило, но сейчас этого нету. I remember that, but that is not here now. It is here now. Оно здесь сейчас. It's here now. Оно здесь. And it's you. И это ты. You don't have to remember yourself. Тебе не нужно помнить или вспоминать саму себя. Нет, это не совсем такое. Что значит не совсем такое? Mm. Why don't you stay with that? Почему тебе просто не остаться с вот этим? С вот этим? With that? With that feeling. Вот с вот этим, вот то, что ты сейчас испытываешь. Какое-то чувство недостаточности. There is some feeling of lack. Of lack. Очень много чего не хватает. There is many things which are missing. Where? Много чего не хватает где? Isn't it that a thought? Разве это не мысль? Something is missing. Чего-то не хватает. It's a feeling. The feeling is created by a thought. Но это чувство, оно создается мыслью. А может наоборот,
Maybe it's other way чувство around. Создает мысль. No, feelings, that feeling creates a thought. No, the thought creates a feeling. Нет, это на самом деле мысли создают чувства, ощущения. Feeling doesn't create thought. Это не, чувство что не может создать мысли. Что такое есть до мысли тогда? Что есть до мысли? So then what is prior to a thought? Have a look. Ничего. Ты посмотри ничего. Сама. Ничего нет? Подумай. I will think about it. No, don't think about it. Не надо думать об этом. Have a look now. Посмотри сейчас. Получается, что Цезарь — это тоже мысль. Then it means that Caesar is a thought as well. That which is conscious of thought is that which is prior to thought, even prior to consciousness. То, что осознает мысль, это и есть как раз то, что стоит до мысли. И то, что осознает, оно на самом деле стоит даже до осознавания. That which is conscious of thought is prior to thought, is during thought and remains after thoughts. И то, что есть до мысли, это то же самое, что остается во время мысли, и что, что есть во время мысли и что остается после того, как мысль уходит. Еще раз покороче. One more time. Покороче? Ну, попроще. In a more simple way. More simple. More simple. I can't. Не могу. This hall. Вот see? Этот зал. The space in this hall. Пространство в этом зале. Is there? Есть. Before people enter in the hall. Пространство есть до того, как люди входят, появляются в этом зале. Is there when the people is in the space? Пространство есть и тогда, когда люди в нем находятся. And the space remains when all the people get out of here. И тоже пространство остается тогда, когда все люди его покидают. People come and go. Люди приходят и уходят. The space remains. Пространство остается. Thought comes and goes. Мысли приходят и уходят. The space on which they come and go. Пространство, в котором они появляются и исчезают. Which is the thing that is conscious of the thought. Пространство — это и есть то, что осознает мысли. It is ever present. Оно всегда присутствует. Пространство осознает мысли. Space is aware of thoughts. Yes. Да. Happening in the space itself. То есть я — это пространство. So I am a space. Yes. Да. In essence. По сути. Mm. And all this. И все вот это. Including thoughts. Включая мысли. Are within you. Находится внутри тебя. Я правильно двигаюсь или нет? Am I moving in the right direction? Absolutely. Да, совершенно верно. Совершенно правильно. That is a more clear understanding, no? She has. Тебе сейчас тебе более понятно, да? Просто это очень тихое, а мысли очень громкие. That is very quiet, and thoughts, they are very loud. Okay. Ну и пусть. You are that quietness. А ты есть эта тихость. Я просто не уверена, что я улавливаю эту тишину, потому что... Ну, I'm just not sure that I'm getting that silence. Что это та тишина, которая нужна? I mean that it's exactly that silence which is needed. Или это просто тишина и все? Их нету несколько.
I'm just not really sure that there is that silence is exactly that silence, and probably it's another silence, or the silence is only one. Only one. Тишина только одна. Тогда все очень просто. Then everything is very simple. Просто очень много всего происходит, и она редко появляется, но она есть. The thing is that there are too many things are going on, but silence is always here. Exactly. Точно. Exactly. Точно так и есть. Тишина всегда есть. Thoughts? So how many things are happening? Everything is happening in silence. Так много всего происходит, но на самом деле все, что происходит, все происходит в тишине. All these universes exist in silence. Весь этот мир существует в тишине. Silence is giving accommodation to everything, everyone. Тишина, она предоставляет место жительства всем и каждому. Silence has no problem with noise. И у тишины не возникают проблем с шумом. А у шума проблемы возникают. Это утверждение или вопрос? Это утверждение. But it is the noise who's having problems with silence. Ah, yes. Ну да. In the mind only. Ну это все в уме. Это ум так думает. Так в чем тогда проблема? Then what is the problem? Я имею в виду моя. Моя ошибка? What is my mistake? What is my problem? What is my mistake? That you are trying to control the noise. В том, что ты пытаешься изменить или проконтролировать шум. You're trying to get rid of the noise. Ты пытаешься от него избавиться. And the noise is not separate from you. А этот шум, он не происходит отдельно от тебя. Leave the noise alone. Оставь шум как есть. And it doesn't bother you. И он не будет тебя беспокоить. Leave everything alone. Все оставь как есть. And nothing bothers you. И ничего не будет тебя беспокоить. Просто мне не думать об этом. Все. Just not to think about it. Yes. Да. Делать что-то, но не думать и не переживать. Just to do something, but not think about it and not to be worried about it. Yes. Да. Yes. Я запишу. I will write it down. No. No need. Не нужно. No need to write it down. Не нужно записывать. А еще можно я спрошу? Просто это я еще до того хотела спросить, но... Ладно, это не надо переводить. Короче. Can I ask one more question? Of course. Да, конечно. Из личного опыта, вот когда вам было очень плохо, ну там страдания какие-то, грусть или, не знаю, страх, что вы делали? And could you tell me from your own experience when you still was going through suffering, through fear, what would you do? Nothing. Ничего. Нет, you have to feel the fear. She's saying again. I mean, before when you was not established, when you was going on through suffering, what was you doing? What do you mean before I get to this knowledge? Ты имеешь в виду до того, как я получил это знание? Before I came to the so-called spirituality. До того, как я попал в так называемую духовность. I was doing all what you cannot even imagine. Ты знаешь, я такое всякое разное делал, что тебе даже на голову не налезет. If I tell you, I will lose my credibility here. И знаешь, если я тебе скажу прямо, то просто потеряю чувство уважения всякое. If I tell you all what I did. Если я вам расскажу все, чем я занимался. See, my reputation will be spoiled. Это будет конец моей репутации. See, nobody will be left in this hall. Здесь никто не останется в этом зале. I did the whole thing there
everything. Ну, she meant the good, the bad, the ugly, the everything. Ну, я всякое, понимаете, я всяким разным занимался, и хорошим, и плохим, и красивым, и некрасивым, добрым, и не очень. А что делал внутренне с этим, когда вот это приходит, состояние плохое? Внутренне что делал? What was you doing with that bad, with any negative experiences inside you? No, you see, before that I was ignorant. Ну, понимаешь, до этого я был невежествен. See, and when you are ignorant, you don't know what to do with that. И как раз вот когда ты находишься в неведении, ты не знаешь, что делать с and таким. And then you look for wise people to tell you what to do with that. И тогда ты ищешь каких-то умудренных людей, чтобы узнать, что же делать. And then wise people tell you that there is nothing that you can do about that. А что говорят мудрые люди? Ну что, ты ничего не можешь сделать? But to leave it alone. Ничего не можешь сделать, кроме того, что оставить в покое, как есть. Until it gets exhausted by expressing itself. До тех пор, пока оно не исчерпает само себя за счет того, что будет происходить. Я так и делаю, так и делаю. That's exactly what I'm doing. Exactly. Оно просто сначала прям не можешь терпеть, а потом проходит уже как. Just you know, at first it's like you cannot stand it at all, but then it's easier. Yes. And then it goes. Yes. And then you can go through any kind of emotion, positive or negative, without any positive, negative emotion to be a problem. Да, и тогда у тебя уже получается переживать какие любые негативные эмоции, но не создавая из этого проблему. There is something happening. Вот что-то происходит. And there is peace. И при этом есть покой. See? If you allow whatever it is to happen. Если ты разрешаешь происходящему происходить. You also experience peace. Ты также ты вместе с этим переживаешь и покой. Наряду с происходящим ты переживаешь и покой. Но я его не осознаю. But I am not aware of peace. Тогда, в те моменты. In those moments, I am not aware of this. If you leave the emotion alone. Если ты оставишь эмоцию как есть. Thoughts alone. Мысли как есть. Sense perception alone. Все, что ты воспринимаешь через органы чувств. You will see that the peace is there. Ты увидишь, ты сможешь осознавать, что покой есть. If you try to do, if you do not try, if you do nothing about what happens outside, inside, thoughts, feelings, emotions, sense, perception. Если ты ничего не делаешь по поводу происходящего вовне и внутри, все вот эти вот мысли, эмоции, восприятия. You will see there is peace. Когда ты не касаешься всего этого, то ты увидишь, что покой есть. If I'm feeling terribly sad. Это, знаешь, вот так вот, мне ужасно грустно. And I allow myself to be sad. Я разрешаю себе быть грустить. There it is. Вот оно. There is a peace. Вот покой. Why am I crying? Чего это я плачу? Чего же я тогда плачу? А с этим вопросом еще нужно задавать в те моменты. Кто плачет? In those moments, should I ask this question? Who is crying? No. Нет. In this moment, is nothing. Ничего не надо делать в такие моменты. Nothing. In this moment, nothing. Okay, такие моменты you. Ничего. Time finished. Thank you very much. I met you between 4 and 5 years ago. Я с тобой познакомился 4 или 5 лет назад. Maybe да? 3 or 2. 3 maybe. 3? Mm. No more. I was. 2008. For sure. 2008. Maybe. 2008 okay. Was there. Well, the understanding is deeper. Ну, в любом случае понимание, оно гораздо глубже сейчас. Maybe. It is. What can I do it itself? It is. Yes. Ну, yes. Что же могу поделать? Само по себе так происходит.
Ом Шри Сай Рам, Ом Шри Сай Рам, Ом Шри Сай Рам. This will not do. Это не сработает. Ом Шри, whoever will not do. Какой бы там ни был Шри, это не сработает. But deeper you say. None of that will do. На самом деле это не срабатывает. Sometimes for mind it is easy. Of course, for mind it is easy. Потому что иногда спрашивать, кто я, легче. И Цезарь отвечает да. Иногда Цезарь отвечает да. Вообще вот этот вопрос, кто я, он легче. Mind hides itself, itself in spirituality. А просто ум, он очень хитро прячется за духовностью. You have an idea how many people I know that has been for 20, 30, even 40 years repeating mantras and doing rituals and going for pilgrimage and they never, never has been conscious of what is still hidden, dormant within themselves. They haven't done the workshop, the homework. Представляешь себе, сколько духовных ищущих я знаю, которые годами, десятилетиями повторяли все эти мантры, занимались духовными практиками, но при этом ни разу не осознали хотя бы на йоту то, что скрыто в них, то, что находится в дремлющем состоянии. То есть они ни разу не сделали, не проделали домашнюю работу с тем, что действительно есть внутри. Using spirituality as a pain killer. Используя, и чтобы не замечать то, что внутри, они, такие люди, используют духовность как болеутоляющее. А чтобы заметить, что внутри нужна просто тишина, так получается. In order to notice, to recognize what is dormant, the only thing which is needed is silence. Thank you. Yes, let it be. Позволь этому быть. Since the time is almost finished.